Yusuf. Bunları getirdim ya. Мы дуэт «Белый острог», Артем Якушенко, Виктор, Юрий Михайлович Гитарин. Мы очень рады видеть вас сегодня в праздничный вечер, потому что завтра наступает китайский, или, я бы сказал, даже лучше восточный Новый год. Это один из наших новогодних праздников, которые и мы в очередной раз пользуемся возможностью всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать счастья, удачи, успехов. А мы имеем отношение какое-то к этому Новому году, потому что мы с восточной стороны, где-то вот с России, с Сибири, с Байкала, поэтому мы имеем прямое отношение. Восточного Нового года, там за Байкалом сейчас его будет справлять. Всю неделю, кстати, справляют. И наша первая композиция так и называется «Байкал». Спрашивают, где
скучаем ли мы по родине. Во-первых, очень сложно сказать, где наша родина. Обычно иногда музыканты говорят, где наши инструменты, там наш дом. В принципе, наверное, к нам подходит. Поэтому вот у нас есть композиция, которая называется «Тоска по родине». Тоски нет такой особой по родине, но живя в Нью-Йорке, мы поняли, что у нас есть родина, мы стали гораздо более патриотичны, гораздо в 10 раз больше, я бы сказал, и у нас, мы желаем нашей стране, на Сибири, подъема, развития, чтобы спорт был наша самая лучшая наука и техника и все такое. Следующая композиция этому посвящена, называется она «Новая русская».
Спасибо. Вы знаете, мы для себя музыку как бы сами пишем, сами играем, авторы, исполнители. Но кроме того, что для себя, мы иногда пишем музыку для театра, для кино, для цирка, для еще для чего-нибудь. Вот следующая композиция была написана для спектакля в Финляндии по древним скандинавским легендам. Называется она «Два короля». Спасибо. У нас есть друг,
Вообще у нас есть друзья, и они сегодня в зале, многие из них. Так вот, один из них, у него был телефон, и один раз записал репетицию, целая история. Даже не то, что репетиция, просто мы открывали метал-группу из Германии Accept. И в гримерке мы репетировали. Да. И он записал. Мы пытались объяснить, что такое салса. И мы встретились через какое-то время, через год, не знаю, может даже больше-меньше. И он проиграл нам, нам понравилась мелодия. И мы сделали композицию, после чего телефон был украден. Поэтому в памяти этого телефона звучит композиция, которую мы назвали, так и назвали «Телефон». Thank you.
же уже говорил, да, что мы сами музыки. Пишем, сами же уже и играем. Следующую композицию мы написали для цирка. Для цветного барилари называется на акробатике. Артемом в баре Карина Челебасов
сказал, что мы играем очень иступленно. Я первый раз такое слышал. А повторить можно? Ну, мне кажется, тонко замечено. И я бы сказал, что мы не всегда играем так иступленно. В смысле, всегда, но не во всех композициях. Вот сейчас мы сыграем неиступленную композицию, которую мы посвятили любимой мандолине, первой мандолине Артема, потому что он любит мандолину, страшно любит играть на мандолине. И первая его мандолина была с улицы Карла Маркса в Иркутске за 23 рубля. И она быстро сломалась, но мелодию, которую он всегда наигрывал, мы вот забыть не можем. И так ее назвали мандолинка, сейчас для вас сыграем. Thank you.
Юрий Матвеев. Гитара. Арсений Бочарный. Спасибо. Вы знаете, специально для сегодняшнего вечера мы установили композицию, которую давно уже не играли. Одну из наших самых любимых композиций, хотя одна из самых первых, да. Потому что у нас все композиции любимые. Нас часто спрашивают, какая ваша самая любимая композиция? Все. Самая любимая, это одна из самых первых. Называется она «Печальное сердце».
телефон. А у него тоже есть друг. Он как-то пошел в наш концерт и сказал, что музыка красивая, но название странное, но композиция. И вот сейчас мы сыграем композицию с самым коротким, емким, международным названием, которое называется «Даба-даба-да». Thank you.
Следующая композиция называется «Океанский бриз» на нашем американском альбоме. В записи этой композиции принимал участие замечательный человек, величайший музыкант мира, саксофонист Майкл Брекер. И, к сожалению, его уже нет с нами, и мы хотим сыграть в его память эту композицию, в которой он играл с нами, называется «Океанский бриз». Спасибо. Вы знаете, один раз мы попробовали безалкогольный коктейль, нас угостили, и у нас есть одна композиция, посвященная этому одному разу. Называется она именем этого коктейля, называется «Вовка Кока». Thank you.
еще раз хочу поздравить всех с наступающим уже китайским, нет, восточным Новым годом. И хочу сказать, что прошлый год был очень удачный для нас. Дело в том, что мы, во-первых, опять начали играть вместе. Мы будем благодаря даме из штата Орегон, Жанин Рене. И благодаря звездам, которые так сложились. И у нас наконец появились какие-то регалии, потому что нас часто спрашивают, а что вы имеете, какие награды, какие достижения. У нас не было никогда наград, достижений. Но только мы стали лучшими музыкантами на самом первом, когда мы были студентами, фестиваля джазовым. А так на всех фестивалях никогда никого не награждают, просто участвуют, что-то играл, ушел. Ну или собрались еще, посидели с музыкантами. Это джазовые такие, или там роковые фестивали проходят. И дело в том, что в прошлом году мы, напоминаю, кто не знал, или говорит тем, кто не знал, стали лучшей группой, независимой музыкальной группой штата Орегон. Они даже выдвинули нас на национальную премию от штата Орегон. Ну и... К сожалению, именно этот тур они прослеживали под записи, видео и аудиозаписи. Поэтому мы не выиграли национальную премию, но если бы это был живой концерт, мы бы, конечно, выиграли. И одна наша композиция выиграла просто, наверное, самый большой в мире конкурс композиторов, композиций, потому что одних участников, даже вот участников финала, было более, я уже забыл, сколько там, сколько тысяч, да, более скольких-то тысяч, там, 16 тысяч, да, из 112 стран. И наша композиция заняла первое место в разделе «Инструментальная музыка». Именно эту композицию мы и хотим сейчас для вас сыграть, называется она «Шесть восьмых». Thank you.
Спасибо. Спасибо. Следующую композицию мы тоже специально вспомнили для сегодняшнего вечера. Когда мы ее писали в Нью-Йорке и когда мы ее записывали, каждый раз начинался дождь. Неожиданно. И вот мы решили сегодня сыграть, и вчера ночью был дождь. Причем это было именно вот, как в Америке говорят, черный дождь или черный лед. Потому что идет дождь, а дорога вся, ну, чистая вроде, но ледяная. Мы именно вот в такое явление попали в горах Вермонта, когда ездили на гастролях на машине и попали в аварию. Сидели в сугробе, в кювете, и звучала композиция. И мы сидим в кювете, тишина, и «Алтегеза». И вот мы для вас сыграем композицию, которая называется «Дождь». Thank you.
Следующая композиция очень подходит наступающему восточному Новому году. Мы даже жили в Нью-Йорке с Артемом. Мы честно встречали все Рождества, я имею в виду католическое, православное, все новые годы, все Пасхи и все остальные праздники, потому что мы за мир и дружбу между народами. Эту композицию мы играли на том туре, когда вот мы стали лучшей группой штата Орегон, и называется она «Дружба народов». Thank you.
Часть нашей сюиты, которую мы написали по мотивам романа Колина Вилсона «Паразиты сознания». Сюита называется «Загадка пузатых фигур», и финальная часть называется «Поход за силой».
Артемий Бушайзов. Юрий Матвеев, гитара. Кстати, мы решили, у нас было слишком много названий, потому что мы пытались перевести «Белый остров» на английский язык, это было как «White Ford», там это в Америке не подошло, мы стали «Tussle Beavens», и у нас переводится на русский как «Двое из Сибири», получилось «Два человека, четыре имени». Запутано все у нас. Решили остаться на одном, нам нравится «Белый остров», и пусть американцы учат теперь «Белый остров» название. Они же выучили Шварценеггер. Поэтому и «Белый остров» тоже выучили. Наш праздничный новогодний концерт подходит сегодня уже к совершению. Ну, завтра Новый год, нас точно. Дед Мороз, вот, Артемик уже. А, в смысле, Снегурочка получается, ну? Восточный. Я что хотел сказать, спасибо, что вы пришли, нам очень было приятно играть в этом замечательном месте. Это довольно новый клуб, но уже с огромными традициями, уже со своей историей. Здесь очень приятно играть, находиться, очень приятно видеть вас. Спасибо вам за то, что вы пришли, с наступающим вас праздником. Кстати, этот концерт транслируется по интернету. И привет всем, кто смотрит нас на экранах своих компьютеров. Мы тоже вас поздравляем. И мы сыграем композицию, посвященную музыке величайшего гитариста, на родине которого мы недавно побывали. В Сиэтле были в его музее и пропитались духом давно уже под до этого еще. Посвящение музыке величайшего гитариста Джимми Хендрикса. Мы назвали эту композицию «Мистер Джимми». We'll be right back.
Я не знаю, огорчу вас или обрадую. Еще одно и все. Я забыл слова.
еще раз. Артем Ивашенко. Спасибо огромное всем, счастья еще раз всех наступающим восточным Новым годом. У нас следующий концерт будет в клубе «Гоголь» 15-го, а еще следующий будет в клубе «Союз композиторов» 21-го. И потом все. Спасибо.